Люди ищут вечность, люди ищут Бога, люди ищут млечный путь, ведущий до порога. И молчит пред закланем овца, и молчат все тех пойманы птицы. Ты хотел сказать здравствуй, но сжалась рука, и от боли земля повернулась. Батько Галини Коробки загинув, коли їй виповнилося 6 років. Мати знов вийшла заміж за чоловіка, котрий ревнував її до її дітей. Відсутність батьківської любові була мотивом того, що в 15 років Галина їде з дому, вступаючи до технікуму. І от ця горечь потери, от тоска така внутрішня, з самого-самого дитинства вона во мені жила. Тоска по дитинству, вона завжди присутствувала в моєму серці. Я однажды мамі сказала, ты украла у меня детство, у меня его просто не было. Потому что с 10 лет я нянчила маленьких детей. Я знала, что эта семья для меня стала чужой. И я мечтала уйти отсюда. Я думала, хорошо бы было, если бы был бы папа жив, и я могла бы стать юристом, адвокатом. Мне очень хотелось. Но я понимала, что закончить школу я не смогу, потому что в этом доме появилось еще двое деток, его дети, два мальчика. Внаслідок цього Галина починає пити. Поступово погана звичка переростає в залежність. Страх втратити роботу змушує її кодуватись від алкоголізму. Після безуспішної третьої спроби пройти повний курс лікування, Галина зрозуміла, що попалася. І після третього разу я витримала трезвості всього лише 2 або 3 місяці. І я сорвалась і отпила так, как, наверное, за 2 года не выпил бы самый отъявленный алкоголик. То есть это уже переросло в страшные формы. Это жуткие депрессии. Это нежелание жить. Это такое ужасное состояние тупика и безысходности. У меня были бессонные ночи. Это были глубокие депрессии. Чувство вины. Мне было стыдно перед всеми. Я была виновата перед всеми. Мне было стыдно перед мужем. Он так страдал рядом со мной. Щоб Галина не могла знайти спиртне, її чоловік, турбуючись про її життя, замикав дружину вдома на ключ. Але останньою краплею була образа нею свекрові. И будучи в нетрезвом состоянии, я даже сейчас не помню, что я наговорила ей. Я все-таки выпытала, что было вечером накануне. Но это страшно. Те слова, которые я говорила ей, это больно слышать матери. И вот именно, наверное, в тот день я поняла, что я теряю человеческое достоинство. И я лечу в пропасть, я качусь вниз. Я понимала, что так жить нельзя. Но как жить, я не знала. Обижала моих родителей. Для меня это было очень больно смотреть на то, как мать реагирует на это. Мать не показывала, не давала вида. Но это было очень больно для меня, так как ей никто ничего плохого не сделал с моих родителей. Ее очень любили, как дочь. Пытаясь спасти от подруг, я закрывал ее дома на ключ. Ключ у меня был один. Я забирал ключи и закрывал ее на нижний замок. То есть, но все равно она умудрялась любыми способами как-то выйти из квартиры. Развод. Я пережила очень тяжело. Муж ушел из дома. Осталась я и спиртное. Горечь, опять жалость, опять тоска и боль. Я хотела выброситься из окна, и это окно, оно просто звало меня. Я выходила на балкон, я смотрела вниз. Но, наверное, единственное, что остановило от прыжка, это мысль о том, что никто не подойдет к гробу. Что к разбитому телу побрезгуют подойти. Я ждала помощи, но мне никто не мог помочь. Ни врачи, ни родные, ни мой муж. Твой не мой крик люди не услышат, лишь звезда в окне подмигнет тебе. Випадково Галина почула по телебаченню історію жінки, яка пила протягом 30 років, і Бог звільнив її. Галина одразу ж подзвонила за вказаним в передачі телефоном.
Первые мои слова были: «Женщина, я умираю». Она попросила меня помолиться вместе с ней. Я произнесла молитву, и она помолилась за меня. И в тот же момент я почувствовала, что я свободна. Свобода от алкоголя и от тисков смерти, она пришла в тот же момент. Я поняла, что я уже не умру. Я буду жить. Я свободна. Після такого дивовижного звільнення Галина прийшла до церкви, покаялася у своїх гріхах і прийняла Господа Ісуса Христа в своє серце. По моєму лицу текли сльози. Я відчувала і розуміла, що серце моє очищається, що мої гріхи прощені, що Бог мене простив і прийняв. Як маленький ребенок, пригнувший в руки любящого отца, я знала, що я знайдена і прийнята. Муж, видя такі переміни, не смог устоять. Он тоже пришел к Богу. Он отдал свою жизнь Господу. Наша семья восстановилась. Неймовірні зміни сталися після звернення до Бога в житті Галини. Після 7 років розлучення вона знову вийшла заміж за свого ж чоловіка. Если раньше моє отношение к мужу было эгоистичным и потребительским, наши отношения были разрушены, то сегодня, сейчас я очень люблю его. Мы любим друг друга жертвенно. Мы живем как маленькие дети. Раньше не хотелось идти домой. Задерживался на работе по любому поводу. Нарды, шахматы, шашки. Знал, что дома никто не ждет. Не хотелось просто-напросто идти домой. Приходил час ночи, 2 часа ночи, 12, самое раньше. Сейчас же жизнь изменилась. Я с радостью иду домой. Мы не можем наговориться друг с другом до 2 часов ночи. Придя к Господу, наши отношения изменились коренным образом. Любовь, взаимопонимание сейчас в каждом слове. Если раньше я во всем обвиняла своего отчима, то сегодня я его очень люблю, мы дружим и мы понимаем друг друга. Если раньше к маме моего мужа у меня было потребительское отношение, и я многое жалела дать ей, и деньги, и внимание, и позвонить и приехать лишний раз, то сейчас я с радостью лечу туда. Мы посылаем деньги, мы поддерживаем наших стариков. Ми допомагаємо їм, і я це ділаю з любов'ю. Зараз Галина є пастором Київської християнської церкви. Крім цього, вона несе служіння проповіді благої вісті в тюрмах суворого режиму. Через її працю багато людей пізнали Божу любов, Господнє звільнення від алкогольної залежності, отримали від Бога шанс реальних змін в житті. Я іскала вихід, я взивала допомоги, але ніхто не зміг мені допомогти. Только Господь, однажды придя в мою жизнь, Он спас меня. Улыбнись и пой, и пусть никто не слышит, лишь одна.